Каждый пакет весит несколько килограммов. Здесь продукты долгого срока хранения, которые получатели могут приготовить сразу или оставить про запас. Волонтеры укладывают их в автомобиль, пересчитывают и отправляются к адресатам. Впереди порядка 50 остановок. Справиться добровольцы планируют за один день. Мы в очередной раз опять развозим продуктовые наборы нашим пенсионерам, неработающим пенсионерам, инвалидам, детям-инвалидам, которые относятся к этой категории. Но они нас встречают очень доброжелательно. Все довольны. На сегодняшний день у нас в списках 51 человек получателей продуктовых наборов. В дом супругов Захаровых волонтеры несут сразу два пакета. Здесь проживают два получателя – брат и сестра Анатолий и Светлана Латфулины. Пока Анатолий трудится на улице, Светлана встречает гостей. Вместе с Ольгой Захаровой, родственницей, разбирает пакеты. Здесь не только крупы и чай, но и тушенка, зеленый горошек, сгущенное молоко. Ассортимент, говорит Ольга, хороший. Каждый продуктовый набор чем-то отличается от предыдущего. Появляются новые позиции. Ну, у нас под опекунством находятся вот наши родственники, брат и сестра. Вот и за них. Очень большое спасибо, конечно, Нижневартовскому району. Помогают. Неплохие наборы. Каждый квартал выдают. Поэтому вот подспорье неплохое. Хороший чай, тушенка, такие консервы. Нормально на месяц, на полтора, а то и на два хватает, потому что два человека. Такую поддержку жители района получают далеко не первый раз. С начала пандемии продуктовые наборы доставляют регулярно. Волонтеры уже хорошо знают адреса, которые нужно посетить. В их списке и дом Александра Максунова. От администрации Нижневартовского района примите очередной продуктовый набор. Вот это вам, Александр Николаевич. Александр Максунов в числе тех, кто уже успел оценить относительно новую меру поддержки, которая реализуется на территории района. Здесь, говорит житель, все необходимое. Его супруга Людмила разбирает пакет и уже планирует меню. Компот из сухофруктов на столе точно будет. В этот раз впервые они входят в состав продуктового набора. Продуктовые наборы нам в прошлом году 3 или 4 раза выдавали. Самое, конечно, необходимое. Чай, масло сливочное, это растительное, потом мука, ну, крупы, тушенка. Это все, конечно, то, что идет к столу. Я очень доволен таким подарком. Вообще он, ну, как богатый даже подарок такой, хороший. И благодарен администрации района за такие подарки. На протяжении всего дня волонтеры ездили по деревне и вручали наборы. Это, говорят добровольцы, дело не только значимое, но и приятное. Ведь, получая такую помощь, люди в ответ дарят улыбки и искренне благодарят. Алена Новик, Эдуард Шарапов, телевидение Нижневартовского района. Вата. Специально для Югра 24.